Всем привет-привет! Хотела сказать большое спасибо всем за поддержку. Уже все хорошо, все нормально. Вот, я не хандрю, все хорошо. Не обращайте внимания на брови, я их только сегодня покрасила, поэтому немножко темноватый. Джирюшка, не кричи. Уже ночь, она сегодня у меня вообще, не знаю, что с ней случилось. Днем не спала. Уже ночь, уже все спят. Я уже несколько раз пыталась ее уложить. Ни в какую, бегает и бегает. Я говорю, господи, да когда что уснешь, что за магнитные бури сегодня у тебя приключились? Не могу и, в общем, угомонить никак. Сейчас листала видео, кстати, видео разные. И попала на видео, что, оказывается, собираются закрыть YouTube. Да, Джирюшка, я вообще настолько удивилась, а до меня, как обычно, как до жирафа, но уже все об этом знают, уже давно публикуют различные записи, там под хэштегом Save Your Internet, по-моему, уже там какие-то петиции пишут, а я только узнала об этом. Конечно, первое, что я подумала, господи, я же собиралась сидеть в старости за чашечкой чая с мужем, смотреть старые видосики и плакать, и ностальгировать. Думаю, как же я буду это делать? Потому что большинство видео, конечно, я удаляю, потому что это, ну, нету столько памяти сохранять. Ну, какие-то памятные моменты только оставляю. Я, конечно, так, ну, подрастроилась. Говорю, как же так, если закроют, хоть дадут возможность там хоть какие-то видео перекачать или что-то. Конечно, капец. Но будем надеяться, что не закроют. А, кстати, еще хотят помимо Ютуба еще Facebook и Instagram. Инстаграм, в принципе, Фейсбук, ничего страшного. Вот Ютуб, конечно, я даже телевизор не смотрю, я смотрю только Ютуб. Все, что мне надо, я все смотрю на Ютубе, там какие-то передачи, сериалы, там каких-то блогеров, еще что-то. Конечно, надеюсь, что этого не случится, но я 100% уверена, что, скорее всего, большинство каналов прикроют, в том числе, наверное, и мой, наверное, оставят только самые там какие-то топовые, какие-то полезные. В общем, грядут перемены на Ютубе. Все будет жестко. Ну, пока еще 2019 год не наступил, так что наслаждаемся друг другом. И Ютубом тоже. Я, кстати, почитала комментарии, там люди некоторые вообще, там некоторые, кто-то там вешаться собрался, кто еще что-то. Но я вообще не думала. Я думала, что наоборот, Ютуб никогда не умрет. Наоборот, я думала, что скорее ой, мандарин уронила. Я думала, скорее телевидение скоро сойдет на нет, но что Ютуб. Ну, будем надеяться, конечно, на лучшее. Жалко, блин. Но будет возможность, если хотя бы сохранить видео свои как-то или что-то, то я буду рада. Писала, я уже так как-то привыкла к вам, какие бы у меня не были там порывы или что-то, я как-то привыкла уже видео снимать. И вообще это моя отдушина, меня это так, ну, как бы радует. Все равно общение с вами, там, видео, все равно как-то, я не знаю, подбадривает. Ну, они все что-то там решают. Ну, хотя, не знаю, тут столько рекламы, такие деньги крутятся. Неужели возьмут и все закроют? Сомневаюсь. Но, скорее всего, конечно, большинство каналов позакрывают. Вот, так что вот так вот. Такие вот дела. Муж сказал, я расстроилась. Говорю, как же мы будем в старости сидеть и смотреть? Муж говорит, не переживай, не закроют. А может быть, и откроют что-то новое. Поэтому как-то вот так вот. Кстати, вот такие вот, я как-то говорила в видео по поводу витамин. Вот такие я купила девчонкам витамины. Увидела рекламу на Ютубе. Мне так понравилась реклама, она как раз была в тему. Как девочка с мальчиком сидит за партой, мальчик чихает, и девочка такая спокойная, будь здоров. Так как мама ей дома дает вот такие вот витаминки. И она как бы защищена от всяких микробов. Вот, только единственное, я не обратила внимания, что оно как-то так, не знаю, почему-то не обратила внимания, что оно вот в этих мармеладках, оно такое там, вот видите, клубничка, лимончик, типа апельсинчик, вот.
Так, из 4 лет. Вот, ну хотя сказали, что и Джерюшке можно по половинке давать. Вот, но у нас Джерюшка не ест абсолютно сладости, никакие ни мармеладки, ни жвачки, ничего вообще. Ни чупа-чупсы, ничего не ест, конфеты какие-то, поэтому для нее это она в рот взяла и сразу выплюнула. А Ирадочка вот с удовольствием. Хоть что-то, пусть это витамины, но хотя бы так даю ей утром и вечером. Вот здесь витамин С, Д, цинк. Да, наверное. Вот здесь получается сколько? 25 штук утром и вечером. По-моему, около 40 лир муж заплатил. Ну, где-то вот получается на сколько? На 12. На 12 дней, да? Смотрите, вот тесто слоеное, замороженное. Раньше частенько покупала, делала всякие там слоеночки, пиццы. Вот, кстати, сейчас буду делать мужу пиццу к ужину. Давно-давно не делала. Уже как и рада заболела, так и не делала, потому что он тоже любит. А тут муж вчера купил. Говорю, ладно, давай тебе пиццу забабахаю. Кстати, очень удобная штучка такая. Вот она здесь пластинками. Видите, разрезала на две половинки. Чик. Я вот любила раньше сюда яблочко там положить, например. Чик. Там 20 минут и готово. И пьешь чай с удовольствием. Вот. Сейчас буду делать пиццу на скорую руку. Ничего такого особенного. Колбаску, сыр, помидорки и готово. Хотела вам показать полностью, уже раздербанила, а потом вспомнила, что хотела показать. Это очень удобно. Красивая такая упаковочка, что раньше она в другой была упаковке, или муж какую-то другую купил фирму, ну, мне кажется, такая же была. Может, и другая, уже не помню. В общем, буду делать. Вот таким образом я обычно раскладываю. Но это, конечно, любителя. Кому-то не нравится пицца со слоеным тестом, но мужу нравится. Потом она так удобненько по кусочкам. Тут оно разделено. Сейчас помажу кетчупом и майонезом. Кстати, мы вообще не едим ни кетчуп, ни майонез. Вот только для таких случаев. Потом положу помидорки, колбаску. Сейчас покажу. Все, я уже помазала, нарезала помидорки. Раньше, кстати, я просто ложила. Мне кажется, так лучше. Ну, когда есть время. И вот такую вот, да, пришла девушка. Вот такую колбаску муж зачем-то купил, хотя мы ее не едим. Он, наверное, прям намекал на пиццу, купил колбасу, купил тесто. Да, Джерюшка намекал на пиццу. Да, я буду вот такой вот сыр. Но это уже потом. Ну вот такая вот вкуснятина получилась. Немножечко, но оно не подгорело, это, наверное, просто от этого. Сейчас буду мужа кормить. Муж, будешь пиццу? Будешь пиццу вкусную? Ну, конечно, ты красиво, очень клево сделаешь. Да? Да. Вот видишь, сейчас. Ты моя золото руку. Спасибо.